Итак, ребят, всем привет, это мое новое видео. Короче, пришло время подниматься. В этом видео мы снимаем хату, ищем новую большую квартиру для блогеров. Также ставим новые рекорды в зале, делаем топовый трэш. Поэтому начинаем это видео. Увидимся. Так, короче, ребята, этот влог начинается с того, что уже встретили чуваков, которые приехали из Москвы. Они приехали сюда для того, чтобы отчасти подниматься, отчасти для того, чтобы просто, ну, приехать нам в гости. Короче, сейчас найдем их, встретим и увидимся уже дальше. Вот эти чертовы блогеры. Блогеры повсюду. На рекламе. Че такой загорелый? Скажи, пожалуйста. Нормально, я загорал. Привет. Как? Порядок. Just wanna let you know, I put my all in my music. Yeah, yo. Что такое? Это вообще не неловко ни разу. Что это такое? Понял, в Украине у нас это носят спереди. Что это такое? Выходишь из вагона. Наконец-то мы похаваем. Наконец, наберем. Пришло время покрепиться. Итак, ребят, на часах уже 1:30, короче, но это будет только первый прием пищи. А у почему какой? У тебя прием пищи, как у меня? Просто у меня нет, нет креатива никакого, я повторяю обычно за всеми. Да, ребят, реально 1:30, это жестко. Как обычно, это пюре, дальше куриная, обвиная, немного гречки, чисто бродом закрыться. Ну и, конечно же, 3 сырника, сметана и сгущенка. Бро, почему делаешь все такое же, как первый у меня? Первый прием пищи, как всегда, я взял сырники, картошку. Блядь, все то же самое. Я не знаю, что это взял. Стоп! Стоп, первый прием. Знаешь, это типа как этот месс чеком? Самое главное, кола зеро. Кола зеро. Это ж мы на сушке. А ты тоже такую же, да, взял? Что у тебя? Это медведь мод. Это блинчики с абрикосом. Это лавша, это куриная грудка с биточком, грудка. И это 4 сырника, а не 3, потому что я не хочу быть как все. И я взял сок. Мы просто с Фаваном на дефиците калорий, ребят. Мы готовимся. Просто мы готовимся к этому, к соревнованиям с Арчи Моррисом. Нам нужно играть. Арчи Морриса, Арчи Моррис, готовься. Мы волнуемся, Арчи Моррис, бро. Все, короче, погнали, хавайте. И, скорее всего, сегодня будет очень жесткая тренировка, поэтому нужно набирать. Ну, как всегда. По калориям. Amsterdam ambassador, and it's straight hurting dudes. Outspit your crew, and I know a lot less English words than you. Thinking of time, rappers was thinking of rhymes. Это сексуально как-то, да? Слишком. Все есть, можешь. А что происходит вообще? Нормально? В мире блогеров, блядь. Красивый аккаунт. Ладно, это правда, что ты сегодня покупаешь себе квартиру в центре Киева? Я покупаю квартиру, но, во-первых, я снимаю ее, во-вторых, я... Что ты, блядь, посмотри, наведи сюда. Не, давай, еще пойди. Давай, Валя, только вот ты баллотируешь. Давай. Я Ольга Богомолец, я ваш... Я Владимир Шмадель. Я Володимир. Я кандидат в народу. Подожди. Я хочу сказать Атеща. Снимай. Я сториз хочу завязать. Садись, бро. Есть же. Итак, ребят, дальше мы... Что мы делаем? Дальше больше. Короче, съедем на хату. Подписывай договор. Будем снимать большую хату. Но это не точно. Мы будем жить 71 день. Понеслись. Короче, я решил 71 день жить в другой квартире. Для того, чтобы оплатить все свои цели. Что по новой сначала, типа новый жизнь. Да, буду каждый день делать вакуум. Каждый день водить разных подруг, 71 подруга, 71 день. Это четвертая цель. Это четвертая цель, это водить каждый день новую подругу. Это твоя новая дополнение, типа. Rotos Dream. Итак, ребят, короче, все как обычно, богатые рекламодатели платят нам бабки, мы снимаем лакшери хат, поэтому это наша новая квартира, которую мы заехали буквально вчера. Короче, это туалет, это гостевой получается. Вот такой, вон. Все, погнали дальше. Здесь у нас зеркала какие-то нахрен. Кстати, вот эта тема очень вкусно пахнет, понял? Очень, типа, духи есть такое. Дальше идем, тут у нас зал, лакшери диван, телек, здесь у нас светильник. Монтируйте видео, Максим монтирует у нас видео. Это ты монтируешь? Я монтирую. Так, дальше у нас... Это кухня. Ты говори, микрофон тут плохо слышно. Плохо? Да, вот так говори. Нет, это так нормально. Короче, да, мы еще даже толком не заехали, ребят, поэтому пока какой-то бардак. Еще все не определено, но сейчас все решим. И дальше у нас... Что у нас дальше?
Потому что у меня микрофон только слышно, когда я вот сюда. А, я понял, нормально. А, тут галочка, короче, обычный туалет. Обычный туалет, это типа мне гостевой же. Это уже для серьезных ребят. Это для серьезных ребят, да. Здесь у нас первая спальня. Первая спальня. Самое главное показать вид из окна, правильно? Да. Вид из окна будет топовый. Чуть не забыл. Балкон, все так же. Здесь мы будем снимать эти отжимания, понял, все такое. Хорош. А это матрас, да? Вот ты чей матрас? Это матрасы. Мы не хотели тебе говорить, мужик, но это твой матрас. Ты будешь спать на балконе. Ладно, погнали дальше. Да, брат, это самая любимая комната. Самая любимая комната. Это мои эти, блин. Короче, как называется, кумиры. Кумиры. Ну и здесь такой же вид из окна. Можешь показать, типа, сейчас такой, типа, круто так. Музыка, типа, понял? Понялись, да, Макс? Да, так что, это да, подъем, ребят, это подъем. Это подъем. Так что, да, ребят, сейчас собираемся, короче, кушаем, едем на тренировку, делаем тяжелый жим лежа, но это не точно. Короче, увидимся. Я эти гривен. Короче, случилось? Ребят, сейчас приехали в зал. Ты можешь мне гривен? Одно? Нет, можешь почему, Александр, почему говорить? Ты снимаешь уже неделю, до видосов никаких нет? Здравствуйте, здравствуйте. Короче, Лера, сейчас нужно жать. Ты готова? Да, если я 50 жму, то я иду домой. Если 50. Не жму, то остаюсь здесь до конца закрытия зала, да? Хорошо. Да. У Макс, что намного выступил. Прости, бро. Я сосок аж оголел. Аж сосок заторчал. Я... кортизол. Итак, ребят, небольшая ставка рекламы, я думаю, что она вам понравится. Короче, именно этот парень целую неделю может жить без интернета, целую неделю питается только фастфудом, и все эти безумные челленджи он снимает себе на интернет, на YouTube-канал. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании, очень крутой контент, действительно очень крутое разнообразие, что-то необычное, чего нет еще на YouTube, поэтому ссылка в описании. Ты подписан, Сосо? Это подписчик, нет? Посплю, потом высплюсь, потом подпишу. Он тоже снимает какой-то челлендж? Сплю 24 часа, типа? 24. Короче, ребят, да, возвращаемся в зал и продолжаем тренироваться. Сработано. Раз, два, три. Оп. Это становое было только что. Легко. Легко. Ну что ты скажешь? Бэм. У тебя вместо головы камера уже. Да. Понял? Давай. Сейчас переносимся на Майдан, 17:00, мы организуем сходку подписчиков. На часах уже сколько сейчас время? 17:00. 17:05, мы опаздываем, потому что мы типа жесткие, но это не точно. Мы немножко задержались. И сейчас интересно, сколько людей вы прогнозируете? Сосо? Я думаю... Сосо, сколько людей будет? Достаточно. Достаточно будет? Достаточно для чего? Нет, сколько цифры? Для Вайна. Для Вайна? Для Вайна будет достаточно. 50? Я хочу 100, очень 100 хочу. 100? 100? 100 будет быть? Не, мне кажется, 100 не будет. Еще. Если за пару дней, то может быть 100. Мне кажется, 100 на 100 не будет. Короче, мне кажется, 100 на 100, пиздец. Я ставлю 70 человек. Все, сейчас увидим, сколько людей будет. Что здесь происходит? Это сходка наших подписчиков. А, ну тут съемка мы запрещена. Мы блогеры. Съемка запрещена. Съемка запрещена? Да. А вы кто?
Я... Что? Ну, все, уходи отсюда. Привет. Короче, ребят, пора зайти в зал, покачаться. Мы вот возле зала. А, мы уже в зал пришли. Да есть! Там тренер, понял, лысый из Brothers. Смотри. Что это? Это мой зал. Здрасте. Итак, ребят, сейчас, короче, как обычно, наш лайфхак с эспрессо делаем три штуки в один маленький этот. У нас нельзя снимать. Три эспрессо, маленький стаканчик. У нас есть? Нельзя снимать здесь. Ты кто? Ты съемка, вы заходили, там значок есть. Что это за хватит? Там значок есть, не снимать. А там Иран или нет? Там есть Иран? Значок, можно не сфоткать? Снимать. Не снимать, вы не имеете права. Понеслись. Вы не имеете права меня снимать. Короче. Не имеете права, короче. Делайте, что хотите. Короче, за меня приседаем. Я уже присел, я не могу встать, блядь. Короче, да, ребят, сегодня день ног. Я хочу сделать очень много батарей и очень большой вес. Скорее всего, это будет в районе 150 килограмм, либо даже 160 раз на 8. Это будет нормально. Новая методика. Приседать бутылку, на бутылку. Бутылку взял. Присел. Настроился. Давай смонтируем. Давай. Будет, типа, давай. Раз, два, настроился. Три. Это все, я шутил. Мы пошутили. А, чувак, нет. Outspit your crew and I know a lot less English words than you. Thinking of time, rappers was thinking of rhymes, stinking as mines. It's just thinking of bribes. I'm thinking of tribes of people digging me for who I am. Mad MCs are a part of me. Call me who's the man. Still watch the DVD. Свет реально, чувак, так добавляет. Свет очень хороший. Нет, цвет футболки. А что это за фирма? Это, короче. Это Rotus Dream. Если тебя интересует, то я под видео, скорее всего, когда монтирую, ссылку оставлю внизу, понял? На эту там, фирму, да? На эту фирму, да. Она, конечно, очень сильная, я не знаю, будет стоять, но, скорее всего, оставлю внизу в описании. Но это не реклама, это чисто не, по-братски. Это по-братски. Ну, пусть против, видят реально, да, нормальные вещи. Я везде. 40 килограмм. Ого. Ремонт сделал, зал Ремонт приехал. Сделал, таджик сделал. А что, это твое? Да. На один, 143, очень легко. Дальше 157 где-то, да? Дальше 243. 243. Это было легко. Не, было очень легко, потому что сейчас чувствую, что бедра немного скованы, понял, и они тебя выбрасывают вверх. Давай переснимем, скажешь, это было очень легко, потому что я в шмотках My Protein, ну и они помогают, типа. Короче, я решил сделать 163. В прошлый раз я приседал 163, а я никогда не приседал столько. Я приседал 200, но я не приседал 163. Какой потолок, да? Да. Come on, man, why you spitting this rap and couldn't deliver as a head if you was Gwyneth at seven, going all out for what I believe in. My dreams, man. Staying on your path ain't as easy as it seems, man. It's been a minute, I've been on the mic. Now more than ever, you should be you and not him on the mic. This digital age, no time for fake image design. I flip this friggin' recession into spiritual times. I'll share my heart with you through these intimate rhymes. Creatively, I want to coach. Итак, ребят, короче, получилось сделать 163 на 8 раз. Новый персональный рекорд. И дальше сейчас уменьшаем вес, делаем 143 килограмма. Максимально качественно, максимальный десет. Очень круто проработаем мышцы. Дальше уже в конце тренировки будем памфиться. Catching planes, time for difference in these difficult times. Grew up on rhymes, rap music, a recipient. I'm absorbed by this culture since.